Доброе утро, друзья! 16 июля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Профессиональный праздник – День бухгалтера и аудитора Украины. В Таиланде повсеместно отмечается один из самых важных буддийских праздников – Асаха Пуджа. Гергетоба – День духовной любви в Грузии. Фестиваль Девы Кармен де Чинча в Перу. Моки и Марк – стажары в народном календаре. Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность. Знаменательное событие. 1054 год. Произошел окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. В 1748 Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. В 1790 году Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны – Вашингтона. 1867 Француз Жозеф Манье, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий. 1945 год. На полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв. В 1965 был торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом, связавший Францию и Италию. Родились в этот день. 1928 год. Роберт Шекли, американский писатель-фантаст. В 1953 родился Павел Глоба, советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель. В 1962 году Григорий Лепс, российский эстрадный певец, композитор, заслуженный артист России. 1967 родился Уилл Феррелл, американский комедийный актер, сценарист, продюсер, писатель. 1968 год Леонид Агутин, российский певец, поэт, песенник, композитор, заслуженный артист России. Этот день по лунному календарю. До 20 часов 54 минут по московскому времени самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. После 20 часов 54 минут – один из самых неудачных дней для работы и бизнеса. Возможны препятствия, ошибки. Держитесь подальше от решения серьезных вопросов. Даже не думайте о каких-то финансовых операциях. Отложите важные переговоры. А вот для публичных и зрелищных мероприятий этот день вполне хорош. Самое время проводить ярмарки, распродажи, выставки, лотереи и конкурсы. Все, для чего полезна широкая огласка, в этот день благоприятно. Следует только помнить, что нужно строго контролировать эмоции, не выяснять отношения, избегать споров. А все конфликтные ситуации, которые весьма вероятны, решать мирным путем. Вот такой он 16 июля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!